Специалисты отдела УФМС также провели рабочую встречу с представителями почтовых отделений. Темой совещания стали ошибки при регистрации иностранных граждан. Чаще всего неточности встречаются при написании фамилии, имени, даты прибытия на территорию России. К сожалению, в прошлом году были такие уведомления, в которых период пребывания был проставлен на усмотрение, видать, самого иностранного гражданина, и он был 100% уверен, что он поставил данную дату себе законно. А оператор почтового отделения поставил свой штамп, то есть, получается, как бы зафиксировал. Напомним, что иностранные граждане, прибывшие из Таджикистана и Узбекистана, должны встать на учет не позднее 7 дней с момента пересечения границы. Для гостей из Украины, Белоруссии и Казахстана этот срок увеличен до 3 месяцев.